В ринге боксеры 15-й пары, в красном углу Муса Мирзаев, Пермский край. В синем Александр Ващенко, Оренбургская область. Первый раунд. В красном углу ринга готовится продолжить бой представитель Пермского края Муса Мирзаев. Ему 19 лет. Боксом занимается 10 лет. Провел на ринге 159 боев, одержал 150 побед. Кандидат мастера спорта России. Победитель первенства Приволжского федерального округа России 2020 года. Тренер боксера Сергей Ашихмин. Муса Мирзаев. Пермский край. Красный угол. Секунданты за ринг. Второй раунд. Ha!
В синем углу ринга готовится продолжить бой боксер из Оренбургской области Александр Ващенко. Ему 18 лет, 7 лет занимается боксом, провел 130 боев, одержал 115 побед. Успешно провел 4 из 7 международных встреч. Победитель первенства ПФО 2020 года. Воспитанник тренера Ванькова. Александр Ващенко, Оренбургская область, синий угол. Секунданты за ринг. Третий раунд. Держать.
К рингу приглашаются боксеры 16-й пары Тимур Каримов, Башкортостан, Александр Тюльников, Нижегородская область. Рефери 16-го боя Поляев, боковые судьи Бариев, Моисеев, Щуплыгин, Докулов, Павел Томин. В этом бою победу по очкам одержал боксер из красного угла Мусамир Саев, Пермский край.